Наша продукция – это вода. Вкусная, чистая вода. Добыча воды из скважин, очищение от взвесей и обезжелезивание на фильтрах, очищение от солей жесткости обратным осмосом, кондиционирование под мессом и эпидемический контроль – это лишь часть производственного процесса. Теперь воду необходимо газировать, если это необходимо, равномерно разлить по бутылкам, укупорить, этикировать. И вот после этих стадий мы получим конечный продукт, который увидят потребители – бутылку с водой «Граф Суворов». Но чтобы ее можно было донести до потребителя, необходимо сформировать бутылки в упаковку. Составить из упаковок палеты, которые мы можем складировать и отправлять на продажу. Таков общий вид полного производственного процесса. Линия розлива начинается с выдува ПЭТ-бутылки. В выдувной машине выверенные по весу приформы нагреваются до температуры 110 градусов Цельсия в печи, состоящей из специальных ламп. Печь устроена так, что позволяет нагревать приформу с различной температурой по длине, благодаря чему достигается правильное распределение материала при выдуве. Затем нагретая приформа помещается в пресс-форму и раздувается давлением в 40 атмосфер. Коснувшись холодных стенок пресс-формы, материал кристаллизуется, обретая форму бутылки. Выдутые бутылки по воздушной линии попадают в блок розлива. Несмотря на то, что горлышко на воздушной линии защищено, бутылки сначала омываются очищенной водой от возможной мелкой крошки пластика после выдува и затем подаются на розлив, где наполняются либо уже газированной, либо негазированной водой, в зависимости от вида продукции. Сразу после розлива бутылка прочно укупоривается пробкой и проходит машину-инспектор, которая проверяет уровень наполнения. И если уровень меньше или больше заданного, отбраковывает бутылку, убирая ее с линии. Прошедшие контроль уровня бутылки идут дальше и проходят под специальным принтером, который наносит дату изготовления. Этикетка – одна из самых прихотливых и тонких в настройке машин. Но при этом одна из самых быстрых. Лента с этикетками, проходящая через сенсор, улавливающий место отреза, удерживается на вакуумном барабане и подается воздушным потоком на вращающуюся бутылку, где удерживается и склеивается тонкой линией клея. И вот выверенная бутылка с чистой и вкусной водой «Граф Суворов» готова. Такой она появится на прилавках магазинов. Осталась самая малость – упаковка и складирование. Упаковочная машина формирует ряды бутылок и отпускает их порциями на обмотку, где сгруппированные бутылки оборачиваются в термоусадочную пленку. Пройдя через печь при температуре 170 градусов, пленка склеивается и сжимается, образуя упаковку. Упаковки формируют в палеты и отвозят на склад, где они будут обернуты стрейч-пленкой и складированы до отгрузки.